Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами обсудим коллекцию товаров фикс-прайса, а именно категорию кухни. Перед тем, как обсуждать новиночки, мы с вами по традиции подводим итоги тех или иных разделов нашего любимого магазина. Давайте посмотрим, что же до сих пор есть в продаже в фикс-прайсе. Сейчас в продаже имеется очень много аксессуаров из коллекции Inox. Это коллекция металлических аксессуаров из нержавейки. И, например, вот такая подставка под ложку, под половник до сих пор есть на полках в магазине. Цена 149 рублей, размеры 20 на 19 сантиметров. Ну а также есть второй вариант подобной подставки. Эта подставка уже предназначена для ложки и для крышки. Цена такая же 149 рублей, выполнена из нержавейки. Товар из коллекции Breakfast Time. Это набор силиконовых форм для приготовления яиц. Эти формы рассчитаны на температуры от минус 42 до 230 градусов. Продается комплектом из 4 штук и цена набора составляет 59 рублей. Красивая стеклянная лаконичная масленка под названием «Персия» стоит 149 рублей. Размеры 17 на 10 сантиметров, высота 7 сантиметров. Набор для специй, состоящий из маленькой солонки и перечницы объемом 130 мл, стоит 149 рублей. Эти солонки выполнены также в оттенках Inox и прекрасно будут сочетаться между собой. Металлическая вставка из нержавейки, черный пластик и лаконичная форма. Оригинальный термобокал в виде кошачьей лапки. Цена 199 рублей, объем 300 мл, выполнен из боросиликатного стекла с двойными стенками. Глубокая суповая тарелка от бренда Luminar. Имеет диаметр 21 см. Стоит 199 рублей. Красивая белая тарелка, выполненная из опалового стекла. Цена 79 рублей, диаметр 23 сантиметра. Красивый лаконичный дизайн, но при этом интересный рельеф. И эта тарелка напоминает ромашку. Несмотря на то, что масленица уже прошла, но вот такую блиницу всегда можно иметь на кухне. Выполнена она из керамики белого цвета, толстые стенки, представляет из себя комплект из большого широкого блюда и крышки с маленькой ручкой. Цена комплекта 299 рублей. Алюминиевая сковорода с антипригарным покрытием от бренда Вари. Имеет диаметр 18 см, стоит 249 рублей, подходит для газовой электроплиты, а также стеклокерамики. Можно мыть в посудомоечной машине. Сервировочная доска за 199 рублей. Эта доска выполнена из МДФ. И если вдруг вы не в курсе, на такие доски лучше не выкладывать влажные продукты, а использовать для каких-то сухих закусок, например, орешков, сухариков и тому подобное. Цена 199 рублей. Но при этом имеется вставочка из сланца черного цвета. И вот сланец можно использовать для красивой подачи мясной нарезки, сырной нарезки или же выкладывать фрукты. Большая металлическая круглая подставка под горячее диаметром 29,5 см. Эта подставка идеально подойдет для большой посуды, кастрюль, сковородок или же больших форм для выпечки. Еще из полезных новинок, которые я нашла за последние несколько недель, это металлический ролик для нарезания теста. Этот ролик идеально подойдет для тех, кто любит готовить домашние пельмени и вареники. Маленькая силиконовая форма для приготовления вафель в виде сердечка. Эта форма предназначена для приготовления 4 вафель за раз.
А еще снова появились в продаже силиконовые формы для приготовления фигурных оладий. Эта форма предназначена для выпекания фигурных оладий на сковородке. При этом обращайте внимание на диаметр формы, не диаметр вашей сковородки, потому что я один раз при покупке прогадала. Эта форма рассчитана на 5 оладушек, цена 99 рублей. В 4 магазинах нашего города Вязьма в большом количестве можно найти наборы металлических банок. Набор состоит из 3 банок объемом 300 мл, 600 мл и самая большая банка имеет объем 1 литр 300 мл. Цена 199 рублей. Идеально подойдут для хранения сахара, конфет, цукатов, чая, материал, жесть. Большой красивый заварочный чайник в вязаном стиле. Объем 1 литр 100 мл. Цена 299 рублей. Материал керамика. Стеклянная конфетница в виде лебедя. Объем 190 мл, цена 149 рублей, состоит из 2 частей. Сюда можно положить как конфеты, орешки, сухофрукты, а также, например, икру, джем или же варенье. Красивые бутылки ярких расцветок для воды. Объем 650 мл. Стоят они 199 рублей. Бутылка дополнена удобной крышкой, украшена мотивирующей надписью. Рассчитана на температуру от минус 20 до 100 градусов. Материал алюминий, полипропилен и силикон. А еще полезным товаром, но лично по моему мнению, потому что таким термосом я уже пользуюсь на протяжении полугода, покупала я его, правда, в светофоре, я считаю вот эту вот бутылку объемом 450 мл, стоит 349 рублей. Действительно, несмотря на то, что это упрощенный вариант термоса, бутылка способна на протяжении часов 6 сохранять температуру напитка. И отличительной особенностью дизайна является то, что на крышке имеется электронный дисплей, который показывает температуру напитка. Большая стеклянная кружка для пива объемом 500 мл стоит 149 рублей. По внешнему виду мне форма этой кружки нравится, но единственное, мне не нравятся надписи. Кстати, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, какую посуду вы любите больше всего, без надписи или же с какими-то яркими кричащими принтами и надписями. Очень интересно будет узнать ваше мнение. Электрическая мельница для измельчения перца и соли за 299 рублей. Питается эта мельница от 4 пальчиковых батареек. Я давно покупала такую мельницу и, знаете, заметила, что вот батарейки разряжаются очень и очень быстро и приходится постоянно их менять. Ну, а так соль, перец или же, например, кориандр мельница измельчает хорошо. Какие-то слишком твердые продукты, например, как зерна кофе, естественно, в ней измельчать категорически запрещено. Электронные кухонные весы за 299 рублей. Питаются они от 2 мизинчиковых батареек. Чем мне понравились именно эти весы, так это их лаконичным дизайном. Довольно часто в фикс-прайсе продавались весы, но все они были каких-то кричащих расцветок с принтами, а тут все лаконично. А максимальный вес, который могут взвесить эти весы, 5 кг. Большая кастрюлька из нержавейки со стеклянной крышкой стоит 299 рублей, имеет объем 2 литра 100 мл, подходит для индукционных и газовых плит. И да, кстати, друзья, большое спасибо, что вы делитесь своими отзывами по поводу тех или иных товаров в фикс-прайсе. Мне приятно, что вы пишете комментарии и тем самым помогаете другим покупателям, и в том числе мне. Ну и, конечно же, это касается вот этих досок, которые мы с вами обсуждали в обзорах новинок. Несмотря на то, что внешне они выглядят красиво, но, как отметили некоторые покупатели, рисунок с этих досок стирается очень быстро, резать на них неудобно и доски вздуваются. Еще раз отдельное спасибо вам за отзывы.
металлическая ложка с зажимом из коллекции Breakfast Time. Эта ложка стоит 79 рублей, имеет длину 17,5 сантиметров и предназначена она для того, чтобы всегда эта ложка была вместе с пакетом с кофе или с чаем. Просто взял, насыпал и вот этим зажимчиком-крокодильчиком упаковку с напитком мы закрываем, тем самым не будет аромат выветриваться. Еще одним полезным приспособлением для заваривания чаев является вот такое металлическое сито за 49,5 рублей. Пользоваться очень легко, необходимо всего лишь на сито нажать, две полусферы у нас открываются, залезаем в пакетик в баночку, набираем необходимое количество чая, отпускаем, чай у нас остается внутри этой сферы, помещаем в чашку или заварочный чайник, заливаем кипятком и все чаинки остаются внутри. Еще сейчас в продаже имеется коллекция досок, выполненная из бамбука. Это маленькие дощечки размером 28 на 12 сантиметров, которые стоят 79 рублей. Также доска размером 28 на 18 сантиметров, цена 99 рублей. Конечно же, для постоянного использования такие доски, ну, все-таки не подходят. А вот для красивой подачи нарезки, фруктовой, бутерброди как-нибудь красиво, канапешки выложить, вполне можно использовать. И я давно купила такую доску, только более длинную, и как раз для этих целей использую, и мне нравится, и за год использования ничего не треснуло, не вздулось, но при этом, конечно же, я тщательно ухаживаю за такими досками. Яйцерезка. Если вы помните, в советские времена такие яйцерезки были популярны. Я помню, раньше у нас такая яйцерезка была и резала яйца просто идеально. И когда в фикс-прайсе появились они в продаже, я, конечно, не сразу, но обдумывала купить такую яйцерезку. Но почему-то в комментариях многие зрители отозвались очень негативно про эту яйцерезку. Говорят, что слабые струны плохо режут и прогибаются. Стеклянное блюдо для закусок. Мы с вами это блюдо рассматривали уже в двух обзорах. В обзорах новинок, а также в обзорах есть идеи, есть фикс-прайс. И там я показывала варианты использования таких блюдечек. Обязательно переходите, смотрите. Интересные идеи были, и многим такой формат видео понравился. Но в такие блюда можно насыпать, конечно, орешки, оливки положить. Можно, например, положить какие-то фруктовые нарезки, варенье. И очень красиво будут смотреться как слоеные салаты, а также слоеные десерты за счет того, что стенки этого блюда прозрачные. Двухъярусная стеклянная этажерка за 199 рублей. Выполнена она из стекла, сплава цинка, полипропилена и ПВХ. Диаметр верхнего яруса 18 см, диаметр нижнего 23 см, но высота этажерки 24 см. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, вот такой формат был для вас интересным и полезным. Я собрала самые интересные новинки кухонного отдела. Конечно же, я не стала особо повторяться по тарелкам и кружкам, которые всегда есть в наличии. И, кстати, если вдруг не смотрели обзоры новинок за последний месяц, можете смело пересматривать, потому что ассортимент товаров в нашем городе, в четырех наших магазинах фикс-прайса до сих пор есть в наличии. Информация актуальна. Большое спасибо вам за внимание. Мы увидимся, как всегда, с вами совсем скоро.